Ну, девочки, все мы собрались по поводу нашей близкой. Тише. Как больно зацепила за душу война, которая лишила меня внука. Пусть будет проклята украинская власть, что создала для нас такие муки. Мне очень больно и печально, что нету среди нас тебя, мой дорогой внучок. Но коль уж так судьба распорядилась, и земля пусть будет пухом тебе, дорогой внучок. Простите. Ну, я хочу, чтобы кто-нибудь из родителей... Спасибо. Скажите хорошее слово. Яковлевна, нашим друзьям из Германии надо бы что-то сказать. Скажите, пожалуйста, несколько слов. Я не знаю, я так расстроилась. Ну, большое вы. Спасибо им, конечно, за внимание за их. Любовь. Что они нас поддерживают в такую трудную минуту. Огромное спасибо и вам, и низкий поклон. Это большое сердце их и ваше тоже. Спасибо. Очень спасибо им большое. За все. Да. А вам все. Дай здоровья. Спасибо. Мы передаем нашим друзьям из Германии, всем неравнодушным людям, которые помогают, помнят, знают, что эта беда никогда неисправимая, никогда. Эти люди потеряли самое дорогое, самое близкое, самое родное. И потеряли незаконно, по всем законам они должны жить и хранить родителей. Но эти наши дети погибли. И погибли только потому, что наша украинская власть... Вот так с нами повелась. Пусть у них будет мир, пусть у них будет здоровье, но пусть они помнят, что дети погибли только благодаря им. Да, все. Спасибо вам. Ой, спасибо вам. Спасибо вам.